Ребята, всем доброго времени суток, и сегодня хочу поговорить про еще одну интересную криптовалютную платформу под названием Sulj. Sulj.org, если быть более точным, это их веб-сайт. Итак, что же это такое? Это первый мобайл майнабл Automated Market Making DEX. Вот, и чтобы было проще и понятнее, это первая платформа, которая позволяет вам на мобильном телефоне, в общем-то, обмениваться криптовалютой. Это если говорить то, как есть, и называть вещи своими именами. То есть, получается, любой, у кого есть мобильный телефон, а сейчас это действительно любой человек на Земле, он может как раз таки делать майнинг, делать ставки и владеть проектом Sulj. Это очень важно и очень удобно. Также можете, опять же таки, запустить приложение. Давайте покажу, открою. Вот, ну, пока, в общем-то, это все недоступно, но, тем не менее, это в перспективе будет работать. Ну, и почитать их белую бумагу, которую мы с вами отдельно тоже разберем. Итак, еще раз, какие основные фишки данного проекта? Это мобильный майнер, то есть вам не нужен какой-то компьютер, даже мощный и не мощный, да, любой вам не нужен. Вы можете делать майнинг с помощью своего телефона, что очень удобно, и также важно, что данный проект не разряжает вашу батарею. Это отдельная фишка данной платформы. Также вы можете, конечно же, делать стейкинг, то есть, собственно говоря, заниматься добычей данного токена, токена Sulj, и получать тоже вознаграждение как раз таки в качестве данных токенов. Также вы самостоятельно оплачиваете заем, что очень и очень удобно, и у вас есть управление, то есть, соответственно, можете вносить в данный проект какие-то изменения, предложения, и, конечно же, это тоже в перспективе будет происходить. Вот, то есть, действительно, это удобная мобильная платформа для как раз таки автоматического создания рынка DEX, для мобильных приложений, и она действительно является отличной и очень хорошей. Также, что еще важно, что у них есть 0% и распределения нет среди токенов команды, да, также нет необходимости в суперкомпьютере, что я уже говорил. Также данный проект использует передовые системы по безопасности, сделан на блокчейне Binance, который является более быстрым и более дешевым, чем блокчейн Эфириума на данный момент, по крайней мере. Также у них есть пассивный доход за счет как раз таки ставок, да, и надежная система кредитования и заема денег. Также отдельно отмечу, что у них есть и другие фишки, которые я ранее не упоминал. Это реферальный бонус, то есть вы можете получать его за приведение новых людей, Sulj Governance и узлы Sulj. И, собственно говоря, важно то, что проект является централизованным. Далее дорожная карта данного проекта, то есть проект пускай молодой, но при этом он уже сделал много важных дел, скажем так, да. И совсем скоро у нас будет запуск Sulj Swap. Вот, и также будет экслистинг на централизованных биржах. Вот, и далее мы видим платформу еще NFT, тоже очень популярной темы, и, собственно говоря, внедрение маркетинга и дальнейшее развитие данного проекта. Вот, ну и важно еще отметить, что 43 миллиона токенов у данного проекта, вот, из них команда получает 0, 1% на баунде, 15% на продаже, 25% на фундейшн и 59% будет доступно для майнинга, то есть основная масса будет добываться именно таким вот образом. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился мой короткий обзор на данный проект. Также можете изучить их социальные сети, Twitter, Facebook, Telegram и так далее. Там еще больше информации. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах.